Эдик, сегодня мы с вами будем учиться рисовать цилиндры. Сначала мы рисуем эллипс. Проводим линию. Затем начертите две вертикальные линии вниз. Линии должны быть одинаковой длины и располагаться параллельно друг другу. Затем снизу присоедините еще один эллипс. Вам понадобится только дугообразная нижняя сторона. Когда вы уже нарисовали контуры цилиндра, нанесите штрихи по всей его длине, но сделайте это только на одной половине цилиндра, не доходя вплотную до бокового ребра фигуры. Убедитесь, что штрихи расположены перпендикулярно. Боковому ребру цилиндра. Я сделал уже штрихи. Нанесите поверх первого слоя штриховку второй слой поуже. Расположите его в центре уже заштрихованной площади, немного сместив по направлению к боковому ребру фигуры. Заштрихуйте участок рядом с цилиндром, создавая иллюзию поверхности, на которой стоит цилиндр, и имитируя постепенно тень, которую он отбрасывает.